Сегодня мы приехали к замечательной Полинке и Катюше, мамы, которая, к сожалению, одна. И перед Новым годом мы навестили их и привезли им продукты. Благодаря замечательным жителям города Москвы, которые жертвовали свои средства на концерте замечательной певицы Юлии Славянской. Огромное спасибо людям, низкий вам поклон. Вот наша малышка, что ты будешь, на лошадке кататься? Да? А ну, будешь садиться на лошадку? Вот так, на лошадке. Сегодня 25 декабря. И скажи, Кать, тихо здесь или нет? Нет, не тихо. Сегодня стреляли? Стреляли. Ну, когда я приезжал, подарки раздавал, стреляли, да? Да. А сейчас пока... Сейчас пока более-менее тишина. Да, вот такие маленькие девочки. Буквально находятся у самой передовой, это улица Томская. И страдают от обстрелов, которые здесь не прекращаются никогда.